Кого дело, нет? Ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Да, сынок. Опачки, какой это уже пельменный?
Уже надо, мы сейчас дотами переведем. Встаньте, пожалуйста, в одну точку, чтоб лужа кинулась в одну РДД хилы. В сову, в чулана. Может, я заберу, потом Зелион пи... А, не, наоборот надо. Не дает, не дает он первую колбу. Первая колба у него просто сбитый тайм. Алиса. Или менее. Кому? Вмешательство. Да, есть, я что-то завтыкал просто. Алиса, Алиса. Бля. Еще и умерла. Алиса. Боем. Вы, по-моему, не то рулите. Ты... А, ладно. А, это боешка, сорян. Укрус, зараза. Они разве не в ГБ укрыли? Не знаю, я все Войду отдам, мне так нафиг ничего не подожди, надо. Подожди, Войд, подожди, ты если фласки раздавал, то боя гильдейская в ГБ, то есть те, кто из гильдии выиграл. В этом-то и смысл боешки забирать в ГБ, чтобы банки... Тут квест говорит, это не заходите на тот парк. Да, не сделается квест. Какой же... Так, что, перерыв, да? Да, да. Даже две, если можно. Где Виби? Вижу. Красиво. На Лану, да? Квест, да.
ты мне десяточки дал просто так. Спасибо. А когда PHT-10, там слетают все чарки и камни, да? 10, да. Понял. Ой, ты забыл, да, походу? Бой, тут нет, он отошел. Ну ты... и хрен бы с ним, я... А кристалл? Надеюсь, не пропадет. Сука, в ЛПГ Жанна Фриске песенки поет, блядь. Дико с ним прыгай, ты Вальку загришь, наркоман. Ну мы все сдохнем, она наплодит кучу уродцев, а потом их бить еще. Не, не хочется. Можете суммануть, пожалуйста, по фасту? Какой-то есть профитнее всего апать сначала или без разницы? Шапку, Т10. Шапку, куртку, ноги. 251, 254. То, что дает больше статов. Шапку, куртку. Понял, спасибо. Артур, высоси.
Слышишь, Костя, сумани. Сейчас. А то я что-то с виноволку пишу, он глупый пиздец. Хрюкает он, наверное. Шел смог? Вот, дай лут турбо, чтоб он забрал осколок. Ой-ой-ой. Да, сорян. Да. Ты у босса стоишь? У босса турбо? Угу. Да, он у босса. Да. Войт, и делаем квест или нет? Давайте пробуем. Значит, агрите вас... глазом там, видите. Да? Что от вас зависит? Видите трэш? Ханты, видите трэш. Забрал, да, турбо? Ханты бегут. Локи, значит. И босс сразу же исчез. Ханты побежали. В 10 секунд и... До свидания, скоро. Ну вот. Войт, ставь групповой. Ставил. Ханты сагрили. Череп Тяните мага вот этого верховного ДКшники. Веди следующий трэш. Да, вы пошли, я Бля. Квест взяли? Бегу. Уши ебутся или что? Говорят, что не лезьте нахуй. 3 секунды. Сейчас вот забегу на лестницу. Все. Угу. Все, идти, контролить. Хопа. Звезду убить, он будет боб по КД кидать по тактику. Череп умер. Метки сдавили.
уже? Да. Понимаю. Свиновол, квадрат. Он стоит вообще пока. У Аркуса поломана вещь шмотна. У Аркуса. Ну, у Лока. Аркис. Да хоть архив не похуй. Есть кого жил? Дальше все ходы. Ой, Зулейман. Зря ты ставишь ретрика. Ой, не ретрика, а протопала на килю. Он, блядь, молотком ухуярится сферами. Ну, в смысле, если это главный у него агронабор. Т-10. Мастер, ты с кем разговариваешь? Что? Ты с кем разговариваешь? Свой дом. Ты вот это про кого вообще сказал сейчас? Про тебя сказал. И базар фильтру. Заколебал. Бафайте быстрее павших. Ну, каски, кулаки, пристабаф, инту, быстрее. Паладины, присты. Ой, смени лук. Думали, что одолели нас. Дримса, поставьте Аркус. Починец. Теперь наши силы едины. Конечно. Так, Гера есть? Есть.
Заливай, чувак. А, ну тебя агро. Агро. Клыкаешь мертвым, притворись, на тебя что-то агро, блядь, срыв, на. Завис. Все равно да. Все равно да. Да, ешечка. Если квест не взял, можно взять, да? Сейчас. Я быстро. Ты на дикость поставил. А, блядь. Я тут... Нет, не был. Я тут на дикость череп поставил. Все такие... смотрел? Нет, Оскол. Я такой смотрю... Не на групповой. Пока трэш. Смотрю, дикость стоит в черепе такой, у него метка стоит. Ну, блядь, смотрю, все такие посмотрели на него. Ну, я видел, два чувака с таргета его взяли, потом раз обратно. Опачки, гимн на ману.
Хотел отпекаться. Лут. Джинса поставите. Если есть кто. Да, Вашок любит умирать. Подожди, лоб портится. Лоб портится. Молим. Кинь пока что просто второй патик в третью или четвертую. Кинь к себе в пати. Бивантус там и так пати хилит от Ретрика. Ретрик не хилит пати, у меня на ману молоток стоит. Локу надо будет релогнуться, у него забанился. Все, он зашел. Мог вас. Это было неразумное решение. Все под босса стали. Все. Дикость окно зависло. Далин, под босса стань. Хант, клыкач. Дикость, под босса. А, он завис, да? Лужа опачки. Лужа в рейде, лужа nice. В рейде. Найс, nice, бежались. Найс, nice, белорусы, блядь. Okay. Сбежали. Куда ты бежишь, блять? Куда ты бежишь? Да. Что на Синдре будет? Ну, на практике он все понял уже, надеюсь. В центр побежали, все в центр. КД. Читаю. Кто меня укусил? Я тебя укусил, потому что чулан убежал, хуй его знает куда. Митсуша, ДНМ кого? Куда Фером загнал? Да, и убежал.
И для того, чтобы не было такой херни, надо, если вам сказали то, что вас укусит, вы услышали свой ник, вы тоже должны, блядь, помогать своему оппоненту и подбегать к нему, блядь, а не убегать в хуй его знает куда, в конец комнаты. Филана укусит. Чуть-чуть стекает. В центр ушли. Как ник? Начинаем представление. Ничего не надо. Все прохиливает. Десять секунд. Опачки. Нет. А если зеленка не прокатывается? Возвращайся, пацан. Господин бабл готовит. У нас 15. Нет Берса. Берса через 5 секунд. Бичей может дать. А ну, да, не надо. Два ляма. Приятного аппетита. Начинаем представление. Вот как. У тебя не получилось. Не повезло. Пан, набери, пожалуйста, с панели печать... О, блядь, печать цветную. Правосудие. Пока у нас холи пол есть. Всех резно, да? Для 20. Арчуз, Бокрус, Эвер. Пай. Главное ж спулить я. Рыба стоит справа. От босса сразу все. РПДшника кусает.
На КД. Есть, на КД. Две минуты. Кого ДНМ кусает? Напомни, пожалуйста. Что, сбежите с вами? Обе вантус. Центр побежали. Откатился. Угу. Нет. Потому что я колкача должен. Ладно, не важно, я в мусор, все. Фир, все в центр. Виби, я справа от тебя. Лужа чуть подвинулись. Горшок укусил. Дать. Кусайте хилу. Баблы киньте. Все, блять, из-за кривого флейма. Все, блять, из-за кривых, которые не могут реагировать, блять. Три человека умерли на луже. Их две лужи там были.
Первые все убежали, вторую нахуй. Первая Лока замотала, а вторая вообще два тела убила. Зидун, да, твоя была. Не повезло. Я не понимаю, зачем Варшока укусили, но ладно, блядь. Что привело тебя сюда? Зидум. Арчус говорит Лужине его. Но он на ней умер, так что... Он сдох от лужи Зидума. Он сразу сдох. Это только Зидум. Нет, не сразу. Не сразу, ладно, окей. Ну, там пару секунд прошло. Сколько там, трое легло от лужи? Трупы были только после второй лужи, перед когда я дал Геруна. До этого трупов не было, блядь. Бокрус на лужу умер, и он еще с пактом не сбегал. Да, с пактом ну, я очко сжалось. Сколько он уже играет, Ну, вообще-то Бокрус сдох не от лужи, а его убил ШП в контроле. Его убил ШП. Не было его ШП, никто не убивал, он на луже умер. Там на луже два человека умерли, один он и еще кто. Вам, блин, кануть сверху, Бокруса убил законтроленный прист чумой. А если кто убил, он от пакта убегал. Тени его тоже Хронос видели, ударил его Хронос. Все, взрывом 15 тысяч минимум. Вон. Кого ты Бокруса заменил? На кого ты Бокруса заменил? А, так, он там меня покрывается. Ну и по факту тут лужи так и выносят. Паладины могут баблами снимать магия с блоками, чтобы время не терять, скинули лужу и дальше будет. Так не кидается. Работает? ДНМ походу завис. Да, работает, но не кидается на нас. Да Рога может кош прожать из чона. Все, все это знаю. Не согласен, кош лучше до полетки держать. У меня хоть и 30к хп, но бывает не прохиливают. А че ты Элрей без 4-4 играешь? Потому что у меня их нет. Ты что, баджи не нафармил? Да, вот так дофармливаю на штаны ебаные, которые не падают уже. Да хуя. Войд, жди, я перезахожу, я ж сказал. А мы уже не спешим никуда. Квест проебали, да пьепэч, походу, тоже проебёт. Забав эти ДНМа. Держи. Дух тебе. И все. Неразумное решение. Вам такое.
50 секунд. Уже страшно сзади, как будете выбегать на взлет. Куда вы убежали? Вернулись? Пак-то не будет смысла. Не заранее место занимает, что-то. Теперь центр сидит. Дикость, выпрыгни ты в блоке там за стеной, за этой огненной. Выпрыгнешь? Угу. Ну, читаю уже. Я прочитал. Запасы был, давайте, бар. Только чуланы я дал, бар. По укусам что там? Биби, направо выбеги, пожалуйста. От ДНМ кого? Может, вы сбежитесь? Сука, сбей жизнь! Опачки, блядь! Конченый просто. Ох, лужа, да. Охуенная. Хронос, лужа, опачки, этот... Ну, вы поняли. Факт. Да. Мы к нему бежим, он убегает. Аплодисмент. Я вас понял, нахуй, сейчас, идите нахуй. Массовес же есть, да? Да, есть. Бля, я так хотел начислить ГП. А чё за дума-то? Синдром. Чё может поменять звезд? Каждый трай нафиг вайпает. Это он прошлый, на прошлом трае. Он в принципе практику прошел, он просто ему нихуя не объяснили. Ну, сейчас сам должен знать. Чё, когда он сам пришёл, когда человек пришел, он не сказал, что он не знает тактики сразу. Ему бы все перед пулом все объяснили. Человек пришел в опытную гильдию, как признается в таком? Тогда говорится, я не знаю тактики, блять, на целках. Я кто его добирал? Я добирал, на. Сейчас. Ну все, ГП тебе, значит. Да, я его спрашивал, и знает ли тактику, да. Я шопочке вроде говорил, чтобы он, сука, читал, блядь, тактику, да. Смотрел видео, да. В этой жизни. Хороший микрофон. Я бы сказал, солидный. Студийный. Профессиональный.
дали нас уманить. Надо плащик с хвостой забрать. А кого вместо него взяли? Дэдбеттера. Да ебатера, короче. Кристи, дайте баф, пожалуйста, у меня реги закончились. Я не понимаю, Архус, нахуя ты, блядь, сказал, что ты зайдешь на холи пола захилишь, если с хилами все нормально. Я не знаю, нахуя тут 5 хилов, блядь. У нас у каждого по 8 плюс 1000 хпс. Мы ретрика не проебали, извиняй меня, нахуй. У него 2 кхп оставалось, я только хотел у него указ дать, нахуй. Ну так нехуй, блядь, ходить нахуй пятером вместе, блядь. Я должен, блядь, бегать нахуй, чтобы, блядь, отходить нахуй, дамаг не получать или чё, нахуй? Вроде прохил нормальный, может шипы одного, ой, это ДЦ спектром шипы. Лыкач в рейд вернулся, встал. Лапу баф. Есть лапа. Тени 2 секунды. Нет лапы. Хронос. Кусаемся так же? А, Войт, когда ты не говоришь, я просто смотрю в скаду и кусаю, и все. Тени секунды. Верь, тут всегда и все надо будет говорить. Не успею. Трэд, есть. Да и баттера есть. В центр убежали. Тени 2 секунды.
Тяни секунду. Центр убежали. Начинаем представление. Хронос, беги, Хронос! Хронос... Ой, блядь... В это сложно. Чулан ману. Пан упал. К боссу не подойти, выведите. КД 30 секунд у меня на БР. У тебя не получилось. Первый раз. Какой раз, блядь? Ты можешь перекур успокоиться со свежими мыслями. Не повезло. Блядь. Ладно, отменим. Может, деду мне не лана нахуй нужна, а такие бойцы. От КД у всего рейда нам ослез. Два раза вайпают, блядь. Че ты там даешь? Не, мне не КД, блядь, но у меня хилбот мозги ебёт сейчас. Хронос, ответь нахуй, блядь, напиши что-то в чате, к тебе, блядь, спрашивает. В чем проблема? Лагаешь, не лагаешь, блядь. Тактики знаешь, не знаешь. Фишка просто в том, что походу нужно будет проверять наличие Дискорда в начале рейда, кажется, что это бред уже. А он в Дискорде, он написал. Нужно проверять наличие ачивок хотя бы. Может быть, он и купил перса, но это уже второе дело, хотя бы на персе. Никакие ачивки вам, блядь, не помогут, нахуй. Ты ж не на Вармейне. Можешь, блядь, закрыть жёлтыми нахуй, или чё, 25 хм джайну нахуй, нихуя, может, блядь. Может, кто-то с Вармейна. Не знаешь, на река, блядь. Ну, типа, на Вармейне ачивки рулят. Ну, а как понять тогда, знает он что-то или нет? Загонать под дальше. Он молчит, нихуя не говорит. Для этого бычки и существуют. Вплоть до того, что на Вармейне в топ-гильдиях ты заполняешь заявку на шифтре. И там все прописано. Да, я в курсе. Так, два тела уже получили минуса в заметках. Как ник второго лока? Ой, представь, что был. Хронос. Хронос и опачки. Опачки, да, он же офнулся. Блять, искать его теперь нахуй. Не офнулись они. Он не офнулся. Я его не вижу, нахуй. 253-й там левел. 253-й левел, третья ката. Хронос, Варшок, Вирендум, Кривалицы, блядь. О, вот, вижу. Я подставлю. Мастер, я тебя забываю на первый заливать. Просто тупо из-за лужи сейчас забыл, потому что выносил. Когда у тебя как раз 60 было, я, наверное, забыл, потому что лужу. У меня нормально с маной было, блядь, на первой фазе, по той причине, что... Плевай, что у тебя было два раза. И у меня откатило под второй раз как раз под Геру и всю эту шляпу.
Я уже нормальные шмоты одел, чтобы их хилить, нахуй. Я ебал, блин, уже поддаваться, нахуй. Турбо, давай будешь не ДНМ, а кусать, а задума. Потому что я чуть подлагаю, у меня немного пингует. Турбо, турбо, а чё ты сразу не бежишь в миликэмп? Чё Лана, когда тебя кусает, она летит сначала назад, а потом... Чтобы он ДПС дал быстрее, чё непонятно. Вот. Я бы также вставал магом и бил. Ну так, а это все время, пока она носится по комнате, миликэмп стоит и отдыхает. Босса, если он будет бегать, он может огонь взорвать. У тебя тире, Варшок. Не, я имею в виду, минус, что вот на поле чё не блинкнуться под эту, под Лану, и там уже ДПСить. Йоу, чел. Блять, даже в доту сегодня не сыграю, нахуй, из этого рейда пиздос. Сука, мне нужен плащ, травма ебучая, нахуй, объект, блять. Это вся хуйня не упала, ну кто на объект. Мастер, сколько мемаров? А так вы из клуба этого брата акробата, да, блять? До 200. Друг другу. Инт смотрел? Чё? Инт смотрел? Посмотрел, что OG нахуй, если, блядь, ликвидов 3-1, даже не хотел смотреть первую карту, посмотрел нахуй. Но я смотрел, пока Нави играли, да. Дай еще рыбку. Стоит. Стояла. Все. Все, обойдетесь нахуй. Это уже третье, вы забыли. Вон стоит. Стоит. Вы слепые, правда? Ну, чопс еще не... Оставьте аддон, который показывает, кто закликивает рыбу. А есть такой разве? Он показывает, кто сколько раз нажал на рыбу. Нет, такого не видел ни разу. Дона. Вот, если они будут уверены в том, что с рыбой не убьют.